верно, новобранец серых стражей, которым, бьюсь об заклад, в этом месте уже 1000 лет не было так людно. Куда ты хочешь попасть? Могу объяснить тебе дорогу. Недалеко. Прямо впереди, сразу за королевской заветкой. Большинство твоих собратьев сейчас в долине, с армией, но новобранцев, похоже, пока держат здесь. Попробуй пойти на север. Кажется, его отправили с письмом к магам. Я так понимаю, когда-то здесь была крепость. Давным-давно из диких земель шли набеги на равнины. Ты был на восточной стороне развалин. Там стоит башня Ишала, но Тейрон Лагейн закрыл ее до битвы. На этой стороне королевский лагерь. Тут у нас и серые стражи, и круг магов, и церковь. Словом, куда ни плюнь, везде важные шишки. У квартирмейстера. Он чуть дальше, к северо-западу отсюда. Наверное, в своем шатре. Он и Тейрон Лагейн расположились на юго-западе лагеря. Король, правда, любит проводить время со своими солдатами, иногда даже без телохранителей. Тейрон Лагейна это ужасно бесит. Да, есть несколько магов. Они даже привезли с собой этих жутких типов, как их там, усмиренцы, что ли. Меня дрожь пробирает, когда слышу их голос. Такой холодный, точно не живой. Они устроились к северу отсюда, вперемешку с отрядом храмовников. Те на магов так и косятся. Их стоянку ты точно не пропустишь. Ты же в Фирелдене, забыл? Король разместил свои псарни на западной стороне лагеря. От собак здорово воняет. Правда, этих псов никак не назовешь симпатягами. Слишком часто они кусали порождение тьмы, ну и наглотались их крови. А это, знаешь ли, как выпить яд. Медленная, мучительная смерть. Просто ужасно. Валяй! Что ж, тогда удачи! Извини, сейчас магов нельзя беспокоить. Их души пребывают в тени. Это царство снов и край мертвых. Во всяком случае, так нам говорят маги. В общем, магов сейчас нельзя беспокоить никому, даже серым стражам. В этот час, помни тебя, юноша. Это ведь тебя Дункан решил сделать новым серым стражем. На него нелегко произвести впечатление. Можешь гордиться, что он выбрал именно тебя. Позволь представиться. Мое имя Рин, и я одна из магов, которых призвал король. Я рада нашему знакомству и желаю тебе удачи на поле брани. Впрочем, как и всем нам. Не совсем. В первых рядах пойдут не маги, а серые стражи. Но и мы сыграем свою роль. Победить порождение тьмы можно только действуя сообща. Жаль, что не все это понимают. Да, но только с одиночками, а не с огромной ордой, о которой рассказывают разведчики. Интересно, что именно ты знаешь о связи между порождениями тьмы и тенью? В этом краю обитают разные духи, добрые, злые, а в самом сердце тени находится черный город. К сожалению, нет. Они не имеют отношения ни к добрым духам тени, ни к злобным демонам. Стыдно признавать это, но порождение тьмы когда-то были душами людей. Говорят, что когда-то в этом городе пребывал сам Создатель. Но когда маги Империи Тевинтер отыскали путь в город, они осквернили его. Скверно изменило облик этих людей, и они превратились в уродливое отражение своих душ. Тогда Создатель изгнал их назад на землю, и там они стали первыми порождением тьмы. Во всяком случае, так говорится в «Песне Света». Может быть, это аллегория, которая учит нас, что люди страдают от собственного зла. А может быть и правда. Во всяком случае, это объяснение ничем не хуже других. Совет? Ну вот еще. Вы, молодежь, и так уже знаете все на свете. Зачем вам советы старших? Но я уверена, что у Дункана отыщется для тебя дело более важное, чем болтать со мной. Смерть не грех, друзья мои. И коли найдет она вас,
Не согрешите вы этим против короля своего. Вы просто отдадите свой долг Создателю на тех, кто погибнет в битве сей и предстанет перед Создателем по ту сторону тени, он не посмотрит с укором. Встречайте я слушаю. Вот такая весьма удобная позиция для нас. Сознание. Если даже у Арды нечисленное превосходство, мы все равно одержим убедительную победу. Если суждено вам предстать перед Созданием. Добро пожаловать, юноша. Я один из усмиренных магов. Я вхожу в круг магов, но вместо сотворения заклинаний и чтения колдовских книг, я наделяю предметы магической силой. Это очень долгий процесс, но его результат бесценен. Наделение магической силой – источник богатства круга. Ведь на пожертвование нам точно не прожить. Чтобы объяснить это, я задам тебе вопрос. Ты знаешь, почему люди боятся магов? Те, у кого есть талант мага, притягивают к себе демонов и духов, которым легко подчинить нас себе. Оттого и существует такое явление, как одержимость. Даже те, у кого талант невелик, притягивают алчущих духов. Любой, обладающий этой силой, может научиться у демонов магии крови. Оттого нас и считают опасными. Это наше проклятие. Оттого я и был усмирен. Лишенный эмоций и таланта, я более не опасен. Нам на лоб ставят магическое клеймо, которое заставляет наш талант и эмоции молчать. Насколько я знаю, выйти из этого состояния нельзя. Возможно, для тебя он и вправду такой. Я же не чувствую ужаса. Меня вполне устраивает мое нынешнее положение. Будь ты магом, твое мнение, возможно, было бы иным. Правда? Я ничего не ощущаю. Как явствует из моего имени, я вполне умиротворен. Я жив, могу работать и ни для кого не опасен. Это ведь совсем неплохо. Может, поговорим о чем-нибудь другом? Тебе нужна какая-то помощь? Для этого в вещи вдыхают волшебную лилию. Первыми этим умением овладели гномы. Усмиренные изучили их руны, и мы научились применять их для создания различных магических эффектов. Мы создаем волшебные огни, а также магический посох и пылающий меч. Забавно то, что лишь благодаря потере своего дара усмиренные получают возможность работать с лириумом. Настоящие маги этого не могут. Есть руны, которые содержат силу стихий, увеличивают силу или ловкость. При надлежащем умении и достаточном количестве лириума почти любое заклинание можно наложить навсегда. Само собой, чем больше требуется силы, тем дороже обходится создание руны. Подлинная сила не достается за даром, уж мы-то это отлично знаем. До свидания. Привет тебе. Может, у тебя есть последнее желание, которое я могу исполнить, прежде чем ты отправишься на битву? Знаешь, жизнь скоротечна. Уже завтра эта милая личика может красоваться на копье у какого-нибудь порождения тьмы. Я так полагаю, этот сердитый взгляд означает нет. Что ж, жаль.
Что ж, ты не такой, как я себе представлял. Меня зовут Дарик. Ты пришел как раз вовремя. Я уж начал думать, что ритуал подготовлен лишь для нас. Видишь ли, вчера вечером я шатался по лагерю и случайно услышал разговор двух серых стражей. Грех было немного не послушать. Думаю, они собирались послать нас в дикие земли. Мы сейчас на северной границе диких земель Картери. Дальше на многие мили простирается страна варваров. Моя родная деревня не так уж далеко отсюда. И в детстве я частенько слышал рассказы про дикие земли. Даже бывал там несколько раз. Людоеды, лютые звери, ведьмы. А теперь еще и порождение тьмы. Неужели не страшно? Какие-то тайны, загадки. Мне это не по душе. Видно, нам остается только ждать. Особого выбора у нас нет. Когда Дунган спас меня, мне больше некуда было идти. Ну ладно, пора возвращаться к Дункану. Если понадоблюсь, я у него. Будет сделано! Тут не пробегала мимо эльфика, молоденькая, рыжая и в руках кольчуга. Да я хотел бы только узнать, куда она побежала, вот и все. Ох, прошу прощения за невежливость. Вас-то мои проблемы, конечно, не интересуют. Итак, я квартирмейстер, а вы пришли за снаряжением. Да у тебя, наверное, есть дела поважнее, чем бегать по моим поручениям. Я ее и сам найду. В основном оружие и доспехи. Все это для солдат короля, но и вы, серые стражи, за умеренную цену можете купить все, что вам нужно. У меня еще есть кое-какие попутные товары. Неофициально, само собой, для поддержания боевого духа, ну, вы понимаете. Только если это останется между нами. Здравствуйте еще раз. Вам что-нибудь нужно? Если что-то придется по вкусу, только скажите. У меня неотложные дела. О, прошу прощения. Надеюсь, я вас не побеспокоил. Мне очень жаль, но перед снаряжением тут столько дел. Если я не вернусь к работе, мне накажут. Я, так понимаю, ты новый серый страж. Примешь благословение Создателя. Благословляю тебя, серый страж, именем Андрасты и Создателя на небесах. Ибо донесет сия песнь света имя твое до Господа нашего. Добро пожаловать в королевский лагерь, милорд. Этих тварей невозможно убить. Я сам видел, как одному гаду снесли. Но скажи им, сделай так, чтобы тебе поверили. Нам надо бежать. Порождение тьмы наступают. Серые стражи погибнут. Король погибнет. Мы все погибнем. Прошу прощения, страж. Он ведет себя так с тех пор, как его нашли в диких землях. Офицер, который...
который доставил его сюда, так не думает. Ты же тоже это чувствуешь, правда? Они оскверняют землю, и земля становится черной и больной. Ты чувствуешь это, я знаю. Они выползают из того леса и заполняют все вокруг. Они скоро пожрут нас, как гусеницы дерева. Ну хватит, друг мой, довольно. Тебе надо успокоиться. Они были повсюду, я сам видел. Я не хочу больше ничего видеть, только закрой глаза, чтобы он не зовет меня. Прошу прощения, но вход в главный лагерь армии вам сейчас запрещен. Неужели хоть кто-то пришел наконец поболтать с несчастным узником? Надеюсь, ты здесь не для того, чтобы объявить мне приговор. Куда там? Таких, как я, просто сажают в кутузку. И жди себе, покуда какая-нибудь важная птица не найдет время заняться твоей судьбой. Ну хоть капелька сострадания в тебе найдется. Мне было только поесть и попить. Меня не кормили с тех пор, как заперли здесь, и я умираю с голоду. Я дезертир. То есть меня считают дезертиром. Но этих вояк разве переубедишь? Нет, я не дезертировал. Но когда человек шныряет посреди ночи вокруг лагеря, что еще о нем могут подумать, если поймают? Разве это важно? Мне бы только поесть, да водички глотнуть. Рано или поздно дезертировал. Но только никогда. Я не шнырял по лагерю, а шел на дело. Один из этих магов убился в усмерть. А я взял, да и стянул у него ключик от сундука, в котором маги хранят всякие волшебные штучки. Кстати, этот ключ при мне. Здесь мне этот ключ без надобности. Так что я охотно отдам его тебе в обмен на пищу и воду. Просто попроси стражника поделиться едой. Я видел, как он получил паёк и сунул его в карман куртки. Вы, серые стражи, отправляйтесь с королем. Меня оставляют умирать с тоски и караули этого дезертира. Надо было вздернуть его и все дела, и голову до копья выстрелить. А другие почему дезертируют? Трус, потому что. Забоялся, что его могут убить, вот почему. Либо так, либо всякой билиберды насчет порождений тьмы наслушался, что, мол, утащат и сожрут. Да говорят, его взяли на службу перед самой войной в Бенериме. Он думал, поди, что раз у короля на службе, то ему и воевать не придется. Так не могу же я взять и отпустить его. Еще решат, что я с ним заодно. Верно, ждем, пока какая-нибудь важная шишка придумает, что с ним делать. Наверное, его в конце концов повесят, а для меня другое занятие найдется. Не думаю, что вы узнали что-то интересное. Вот неожиданность. Еще один невинно заключенный. Как бы там ни было, это меня не касается. Наступит его день, и тогда разберутся. Может быть. А мне дела нет. Ишь ты! А мне-то еды на него не давали. Поэтому, чтобы его накормить, мне придется от себя оторвать. Ну ладно, так и быть. Думаю, беды не будет, если этот бедолага разок поест перед виселицей. Не знаю только, что вам за дело до него. Но только я касательства к этому не имею. Если меня кто спросит, с чего это арестованный рыгает, я сошлюсь на вас. Вы уж имейте в виду. Они всем скопом на вас. Ну как, принес мне поесть. Я такой голодный, что сейчас в обморок грохнусь. Ведь
весьма обязан. Да прольет на тебя Андрастра свое благословение. И, как я уже говорил, вот тебе ключик. Пользуйся на здоровье. Успокойся, друг мой. Ты сейчас в безопасности. Помни это. Я это сделаю! Ты поступай. Добро пожаловать, юноша. Да, круг усмиряет тех, у кого недостаточно способностей, чтобы стать настоящим. Клеймо небольшая плата за мою теперешнюю. Ты поступаешь неразумно. Никто меня не увидит. Ты поступаешь неразумно. Добро пожаловать, юноша. Привет тебе. Добро пожаловать, юноша. До свидания. Вернулся? Разве серый страж не нуждается в тебе? Уходи, я должна подготовиться к битве, и мне нельзя отвлекаться. Иногда лучше не шуметь. Молим тебя о прощении. Ты поступаешь неразумно. Ты поступаешь неразумно. Привет тебе. Добро пожаловать, юноша. Забавно то, что лишь бы... Само собой, чем... Воины Фирилдена, братья и сестры, предвели битву в столице. Извини, но магов нельзя беспокоить. Какое зло противостоит нам. Обуреваемые гордыней маги Древней Империи Тевентер искали способ открыть ворота в сам Золотой Брат Небесный. Они осквернили и были низвергнуты обратно. Ты его видишь от Вокса? У меня есть для него лекарство, но сначала надо надеть на него намордник. Пойди в загон и дай ему тебя обнюхать, если ты... Будем надеяться, что это... Отличная работа! Теперь я смогу как следует заняться этим бедолагой. Кстати, ты в ближайшее время случайно не собираешься в дикие земли? Я, может, и сумею вылечить этого пса, но для этого мне нужен один цветок. Насколько я помню, он растет на здешних болотах. И если ты его случайно найдешь, принеси мне. Цветок очень приметный, весь белый, а сердцевина ярко-красная. Отлично. Это грехи человеческие, облаченные. Что? Здесь эльф? Как тебя звать? Если у тебя дело, воина, меня зовут Дорис Нашей. Иди скажи Тейрну Лагейну, что отряд готов к выступлению. Если мы обнаружим что-то, дадим знать. Будет исполнено. Прошу прощения, могу ли я чем-то помочь? Я доставляю послание для тех, кто в лагере. У вас для меня есть поручение? В таком случае что? А, погодите-ка. Не вам ли я должен передать меч сэра Гарлина? Кузнец с ним, кажется, закончил. Прямо как. Побегу-ка я дальше по своему... Добро пожаловать в королевский лагерь, милорд. Здравствуйте снова. Что-то угодно на этот?
тобой шофер Терна Лагейна. Говори, что тебе нужно. Ты ничего не знаешь. Король Мерик дал ему в награду титул Терна. Представляешь? Спорим на что угодно. Да, он у себя, но не мое это дело рассуждать, чем занят ты. Я так понимаю. Ну, в чем дело? А, я так понимаю, ты тот новичок, которого Дункан взял в Серой Страже. Его Величество Кайлан просто без ума от Серых Стражей. Ты знаешь, что его отец вернул ваш орден Ферелден? Стражи хороши, не спорю, только они вовсе не пуп земли, как считает Кайлан. Ты не из наземных гномов, это видно по глазам. Хитро придумали Серые Стражи набирать новобранцев в Арзамаре. Полагаю, ты поскачешь в самую гущу боя вместе с другими стражами, не так ли? Хочешь прославиться? Мне пора вернуться к делам. А ты, если знаешь молитвы, помолись, чтобы наш король услышал голос разума. Тогда просто молись. Перед тобой шофер Терна Лагейна. Да, он у себя, но... Пожалуй, могу, но только шепотом. А вот уже много дней. Терн знает короля с пеленок, так что они не очень-то церемонятся друг с другом. Лично я считаю, что король... Ну? Приветствую тебя. Короля Кайлана сейчас нет в шатре. Да уж верно, хотя он чаще всего бывает с Серыми Стражами. Терн Логейн старается почаще видеться с королем и всякий раз спорит с ним по поводу предстоящих битв. Но король хочет покончить с Мором одной великой битвы. Вот и Терн. Короля насмешило, что Терн назвал его безрассудным. А еще они ругались из-за королевы. В последнее время больше, чем обычно. Хорошо, что Терн единственный, кто может разговаривать с королем. Так, пожалуйста. Следите внимательно, парни. Вот это уродина порождение тьмы. Они сильны и хитры. Но не слушайте бабушкиных сказок. Все они смертны. Проткнешь мечом и готов. Кровь у них черна, точно грех и ядовита. Не вздумайте даже ее коснуться. Если эта кровь попадет на вас, считайте, что померли. Мы уже потеряли так много псов. Пришлось надеть им намордники, чтобы не кусались. Это медленная и мучительная смерть. Стой, не трогай труп. Мы его сожжем, чтобы никто не заразился. Стой, не трогай труп. Мы его сожжем, чтобы никто не заразился. Говорят, после этого боя мы загоним порождение тьмы назад под землю. Ты в это веришь? Я уже и не знаю, чему верить. Мы выиграли все битвы, а этих тварей с каждым разом все больше и больше. Поневоле подумаешь, может, Серые Стражи и правы? Я даже не хочу об этом думать. Если хочешь знать мое мнение, то сейчас самое время напиться как следует. Недурная ночь. Что им нужно с таким порождением тьмы? Будет сделано! Благословенно. Для тех, кто встанет против зла. Здравствуйте снова. Есть много раз рождения тьмы. Нам сообщают о таких тварях, как Хир. Thank you.
горы сейчас тряслось. Круг и так много помогает серым стражам. Меня Сармак прислала преподобная мать. Она желает тебя видеть. Ее преподобие может желать чего угодно, меня это не касается. Я занят, помогаю серым стражам. По приказу короля, между прочим. Может, надо было ее попросить, чтобы она обратилась к тебе письменно? Скажи ей, что я никому не позволю себя оскорблять. Точно, я тут страшно оскорбил тебя, всего только передав пару слов. Твоя болтливость не делает тебе чести. Ну вот, а мне-то казалось, что мы так хорошо поладили. Я даже собирался назвать в твою честь одного из моих будущих ребятишек, самого сварливого. Довольно! Я так понимаю, мне придется поговорить с этой женщиной. А теперь прочь с дороги, Знаешь, даже у Мура есть одна хорошая черта. Он так сближает людей. Да так, ничего. Погоди, мы ведь еще не знакомы, верно? Надеюсь, ты не маг? Поди разберись, эти маги такие проныры. Погоди-ка, я и в самом деле знаю, кто ты. Ты родом из... Я должен был сразу тебя узнать. Извини. Дункан рассказал. Позволь представиться. Как самый младший член Ордена, я буду сопровождать тебя во время подготовки к посвящению. Верно. Это имя... Давно уже у нас не было серых стражей гномов. Ты, наверное, много знаешь о порождениях. Вот самое здравое отношение. Так или иначе, когда ты будешь готов, вернемся к Дункану. С магом? Круг здесь по желанию короля. И церкви это вот ни настолечко не нравится. Церковники просто обожают всячески намекать магам, что им тут делать. И это ставит меня в довольно неудобное положение. Я ведь когда-то был храмовником. Этим я, в отличие от других храмовников, не занимался, но скоро должен был начать. Церковь готовила меня к этому до тех пор, пока 6 месяцев назад меня не... Я уверен, преподобная мать, посылая меня к магу, хотела его позлить, и маг это сразу... Я бы в жизни не согласился исполнять такое поручение. Но Дункан говорит... Не волнуйся, я постараюсь не очень тебя обременять. Давид и сэр Джори здесь, в лагере. Ты с ними уже знаком? А, этот карманник. Честно говоря, не понимаю, что Дункан в нем нашел. Поглядывай по сторонам. Может, и второго увидим. Или я поищу его позже. Правда? Если у тебя есть вопрос... Слушаю. Владыка бы меня ни за что не от... Знаешь, помогая мне, он рисковал поссориться с владыкой церкви. Или, может, он просто хороший человек. Не волнуйся. Я постараюсь с ним... О чем? Мне очень жаль, что я не могу сказать тебе больше. Может, спросишь меня об этом еще раз? Хочешь спросить меня о чем-нибудь еще? Хочешь спросить меня о чем... Оно во мне! Приветствую. Должно быть, и есть тот третий новобранец, о котором мы так наслышаны. Мое имя сэр Джори. Происхожу я из Редклиффа, где был рыцарем на службе у Эрла Эамона. Я и не знал, что гномы могут быть серыми стражами. Я видел всего нескольких из вас в замке, и те занимались кузнечными делами.
Но ведь серые стражи защищают людские земли, и я решил, что гномы не станут вступать в орден. Как видно, я ошибался. Мне кажется, нам очень повезло, что скоро мы станем серыми стражами. Получить такой шанс — это же так здорово! Мне тоже. Ты уже что-нибудь о нем слышал? А я никогда не слыхал об этом ритуале. Кто бы мог подумать, что для тех, кого отобрали, будут еще какие-то испытания. Ну, раз уж ты здесь, мне лучше вернуться к Дункану. Увидимся там. Посмотрим, что еще нужно, говорила моя монашка. Ну что я могу сказать? Преподобная мать подловила меня. С ее способностями ей самое место в армии. Она вынудила себя надрубить магу? Алистер, мы не можем позволить себе враждовать с кем-либо. Не нужно давать никому козырей против нас. Ты прав, Дункан. Прости. Раз уж все вы здесь, мы можем начать. Вы вчетвером отправитесь в дикие земли Каркарии, чтобы выполнить два задания. Первое — добыть 3 пузырька крови порождений тьмы, по одной на каждого новобранца. Когда-то в диких землях хранился архив серых стражей, но когда мы... Не так давно стало ясно, что там могли остаться некоторые свитки, защищенные... Старые соглашения, раз уж прежде считали просто... Не понимаю. Предполагалось, что однажды... Нет, но это дело должно... Скорее всего, это заросшие руины, но опечатанный сундук... Ну... Привет тебе! Мне сказали, что вам всем нужно отправиться в дикие земли. Что ж, ворота для вас открыты. Здесь серые стражи? У меня есть бинты. Вы слышали? Порождение тьмы перебили весь патруль. А ведь это были опытные солдаты. Спокойнее, сэр Джори. Если мы будем осторожны, все пройдет хорошо. Эти солдаты тоже были осторожны, и что с ними сталось? Сколько порождений тьмы мы сможем перебить вчетвером? А, сотню? В этих лесах их целая орда!
Да, тут есть порождение тьмы, но уверяю, Арб... Откуда нам знать? Я не трус, но это глупо и безрассудно. Давайте, я все равно не в восторге от мысли, что нам может встретиться целая армия этих чудовищ. Могу сказать вам... Ведь это... Что? Thank you.
нам знать? Как скажешь. Вот.
Смотри! Бедняги! Это, по-моему, неоправданная жестокость. Смотрите, не шпионите.
это сделаю! Так-так, что у нас тут творится? Быть может, ты стервятник? Любитель покопаться в обглоданных костях? Или ты просто гость незваный, что рыщет по моей пустыне в поисках добычи? Что говоришь ты? Ты завладеть желаешь этим местом или копаться в мусоре? Пришел без приглашения ты, и, полагаю, первый вопрос за мной по праву. За передвижением вашим я наблюдала, долго размышляя, куда идут они, зачем пришли, и вижу, стали вы тревожить пепелище, годами пустовавшее. Зачем? Не отвечай. Похоже, она из Хасельдов, а значит, рядом могут быть другие. Вы боитесь, что варвары набросятся на вас? Да, набрасываться нехорошо. Это ведьма из диких земель. Она превратит вас в жаб. Легенды, сказки, ложь и заблуждения. Своим умом вы думать не привыкли? Гном, это ты. Не бойся, ведьма ни одна тебе не навредит. Скажи мне свое имя, и я скажу тебе свое. Приличие нам соблюдать пристало. Морриган, вот мое имя. О цели вашего визита мне нужно догадаться. Искали нечто в сундуке вы, но лишь пропажу обнаружили вы там. Пропажу? Ты украла их, ведьма, да еще и воровка. Красноречиво. Только я не знаю, как можно это, красть у мертвецов. Думаю, без труда. Эти документы принадлежат серым стражам. Ты должна их вернуть. Не буду, потому что я не брала их. Имя это ты можешь повторять, но здесь оно уж ничего не значит. Не боюсь я. То мать моя была. Твоя разумная просьба. Нравишься ты мне. Я бы на твоем месте не расслаблялся. Сначала это вот «нравишься ты мне», а потом «клац» и тебя перекусили пополам. Попадем мы к ней в котелок, вот увидишь. Если в котелке теплее, чем в этом лесу, я только порадуюсь. Следуй за мной, если желаешь. Мама, приветствую тебя. Вот серых стражей четверо, они... Я вижу их, девочка. Примерно такое я и ожидал увидеть. Мы должны поверить в то, что ты ждала нас? Вы ничего никому не должны. А уж тем более не должны верить. Ты глаза закрой от скуки, разведи пошире руки. Так или иначе будешь одурачен. Она точно ведьма. Не надо говорить с ней. Спокойно, Давид. Если она и правда ведьма, не стоит ее сердить. Вот? Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Видел? Но не мне решать. Ну нахер. Верьте во что хотите. А как насчет тебя? Гномий ум позволяет смотреть на вещи по-другому, чему ты веришь. Это все? Твой ум шире, чем наши окрестности. Сколько в тебе неопределенного. И все же я верю. Да? Кажется, верю. Да. Так это и есть ужасная ведьма из диких земель? Ведьма из диких земель, да? Должно быть, Морриган говорила тебе об этом. Ей нравятся такие сказки. О, как она танцует под луной. Не для того пришли они сюда, чтоб сказки дикие твои услышать, мама. Верно, они пришли за договорами, да?
Прежде чем начнете гавкать на меня, учтите, ваша драгоценная печать давно истлела. Я защитила бумаги. Ты охраняла их? А почему нет? Отнесите их серым стражам и передайте, что угроза Мора сильнее, чем они думают. Или угроза сильнее, или они понимают слабее. А может, угрозы вовсе нет? А может, они ничего не понимают? О, не обращайте на меня внимания. Вы получили то, что искали. Тогда пора вам уходить. Девочка, не будь смешной. Они твои гости. Что ж, очень хорошо. Я покажу дорогу из леса. Следуйте за мной. Барри пока держится, но улучшений нет. Дай-ка глянуть. Пес уже выглядит лучше. И если б только он мог говорить, он бы сам тебя поблагодарил. Дадим ему пару дней, чтобы вы... Знаешь что? Приходи после боя. Может, у нас получится сделать так, чтобы пес признал тебя своим хозяином. Вполне. Он, похоже, понимает, что мне... Ты... Отлично! Итак, в диких землях вы побывали. Удалось ли вам выполнить задание? Отлично, я попросил магов круга начать подготовку. Кровь у вас, и мы можем начать посвящение немедленно. В той башне мы встретили одну женщину, а свитки были у ее матери. Они обе очень странные. Они из диких племен? Думаю, что нет. Возможно, они отступники, маги, скрывающиеся от церкви. Алистер, я знаю, что раньше ты был храмовником, но у церкви свои дела, у нас свои. Теперь свитки у нас, перейдем к посвящению. Позвольте внести ясность, вы не добровольцы. Призваны ли вы в орден или пришли туда сами, уже не важно. Вы были избраны, потому что это необходимо. Дороги назад нет. Поэтому соберите все свое мужество, оно вам понадобится. Мужество? Нам грозит большая опасность. Не буду скрывать, мы, серые стражи, дорого платим за то, чтобы стать теми, кто мы есть. Может статься, что вы заплатите свою цену сейчас, а не позже. Хотел бы я, чтобы такая таинственность была ни к чему, и все понимали необходимость этой жертвы. К сожалению, так не будет никогда. Ну тогда вперед! Мне уже не терпится узнать, что это за посвящение. Согласен. Давайте перейдем к делу. В таком случае начнем. Алистер, отведи их к старому храму. Чем больше узнаю о посвящении, тем меньше оно мне нравится. Опять хнычешь? Но зачем эти испытания? Я уже показал себя. Может, у них такой обычай. Может, они просто хотят досадить тебе. Я знаю лишь одно. В Каевере у меня жена, и она ждет ребенка. Если бы только меня предупредили. Так нечестно. А ты бы пошел, если бы тебя предупредили? Вот потому-то, может, и никого не предупреждают. Стражи просто исполняют свой долг, верно? Жертвовать нами — это тоже их долг? Я бы чем угодно пожертвовал, если б знал, что это остановит Мор. Разве? Серые стражи уже спасли мир от порождения тьмы. Уж они точно лучше всякого знают, что для этого нужно. Ты же видел порождение тьмы. Вот скажи, сэр Рыцарь, ты пошел бы на смерть, чтобы спасти от них свою славную женушку? Может, ты умрешь.
Может, мы все умрем. Никто не остановит порождение тьмы. Нам точно крышка. Не имел дела с противником, которого нельзя сразить мечом. Мы подошли к ритуалу посвящения. Орден Серых Стражей был основан во время, когда род людской стоял на краю гибели. И тогда первый страж испил крови порождения тьмы и смог укротить скверну. Нам придется пить кровь этих тварей. Так же, как и первому серому стражу до нас, так же, как и нам всем до вас. Именно в этом источник нашей силы и залог нашей победы. Те, кто выживает после посвящения, становятся неуязвимы для скверны. Мы чувствуем ее в порождениях тьмы и используем, чтобы одолеть архидемона. Не все из тех, кто выпьет крови, останется в живых, а те, кто выживут, изменятся навсегда. Вот почему посвящение тайна. Такую цену мы платим, чтобы спасти мир. Перед посвящением мы говорим немного, но эти слова звучат с самого первого ритуала. Алистер, ты готов? Присоединяйтесь к нам, братья и сестры. Присоединяйтесь к нам, сокрытым тенью. Присоединяйтесь, ибо на нас возложен долг, от которого нельзя отречься. И если суждено вам погибнуть, знайте, ваша жертва не будет забыта. И однажды мы все присоединимся к вам. Давид, подойди. Мне жаль, Давид. Подойди, Джори. Но у меня ведь жена, ребенок. Если бы я только знал... Назад дороги нет. Нет. Бесславная смерть. Это слишком... Посвящение еще не закончено. Ради вящего блага, да отдайся ты этой скверне. Отныне и навсегда ты серый страж.
говоришь ты? Нет башни больше. Сбей. Гном, это ты? Не буду, потому что я не брала их. То мать моя была. Я вижу. А как насчет тебя? Гномий ум позволяет. А почему нет? Вот это манеры. А выходишь всегда там. Он. Так. Где? Держится. Пёс уже выглядит. Знаешь что? Я попросил. Алистер, я знаю, что раньше ты был храмовник. Не буду скрывать, мы серые стражи. А может, у них такой обычай? Может, я бы чем угодно пошел. Мы подошли к ритуалу пос. Есть. Как ты себя чувствуешь? Джоли, как ты... Отдохни немного. Когда будешь готов, я бы хотел, чтобы ты отправился со мной на встречу с королем. Если король хочет... После встречи с королем мы сможем поговорить еще. Вдруг он разозлится, начнет кричать. Тебе станет неловко. В общем, ничего хорошего. Извините, серый страж. Извините, серый страж. Я не хочу больше ничего видеть. Только закрой вас, оставь меня в покое. Что в этих землях очень печально. Серый страж. Прими мои поздравления и позволь. Да, клеймо небольшая плата за мое тело. Вернулся? Разве серый страж не нуждается в тебе? Уходи, я должна подготовиться. Мне нельзя отвлекаться.